Я работал в такси в дневную смену, вот, где-то примерно в районе обеда. В обед мне позвонила супруга, сказала, что она вот созвонилась с родственниками и узнала такую информацию, что вроде бы в этом поселке двое заразились якобы коронавирусом. Вот, ну вот я информацию узнал, решил так с благими намерениями записать аудиофайл и разместить ее в нашей закрытой группе, чисто предупредить коллег по работе, и все. Всю информацию я удалил, я не предполагал, что такая огласка может быть, что кто-то вытащит эту информацию и распространит ее, тем более на всю страну, на всю округу. Вот. Всю информацию я давным-давно удалил и никому больше не пересылал, и содеянным раскаюсь полностью. Приношу свои извинения за свой поступок. Я никого не хотел напугать, ни тем более насеять какую-то панику. Все это аудиозапись записывалась чисто для предупреждения в закрытом кругу, без всякого злого умысла.